29 января в районе деревни Генина состоялось открытое первенство Смоленской АЭС по лыжным гонкам «Десногорский спринт». В соревнованиях приняли участие не только десногорские спортсмены, но и команды из Смоленска, Рославля, Ярцева, Ершичей, Шумячей и Верхнеднепровского. Первыми на старт вышли лыжники 2010 года рождения и младшие. Они пробежали каждый по два этапа длиной 1 километр 200 метров. Все остальные спортсмены преодолели эту дистанцию трижды. В течение полутора часов на лыжной трассе не утихала борьба, дух соперничества и неимоверный азарт. Вообще эстафеты – это самые зрелищные лыжные соревнования. Сегодня мы получили море удовольствия. Трасса подготовлена отлично. Спасибо организаторам. Сегодня очень много детей, взрослых и куча здоровских эмоций. Да. Спасибо. Нам все очень понравилось. В итоге юные лыжники из Десногорска 5 раз поднимались на подиум. Среди женщин победила команда Тюрина Екатерина, Белякова Елена. Вторыми к финишу пришли спортсменки из города Смоленска. Терещенко Анна, Шереметьева Анастасия. У мужчин лучшее время в абсолюте показали Илья Беляков, Титов Владимир. А победителями среди команд мужчин 2003 года рождения и старше стали Федоров Виталий, Новгородов Андрей. Второе место завоевали Зольников Станислав и Матвеев Андрей. На третьей ступеньке пьедестала команда из Рославля, Кучерук Иван и Медведев Михаил. Поздравляем победителей и призеров!